Всем привет, друзья! В этом ролике создадим с вами хип-хоп-инструментал на основе сэмпла в стиле Восточный округ. Old School Underground будет такой. Давно не запускал студию, давно вообще не было роликов в связи с жаришкой. Знойная жара уже приличное время, тут находиться просто невозможно, очень тяжело. Спонтанно вообще не планировал записывать, просто вот ну, что-то захотелось. Давайте откроем FL Studio, потому что ходовая программа, все ею довольны, все круто. Выставляют темп где-то 90. Пускай будет 90. Я работаю в наушниках пока что, потому что будет записываться все на микрофон. Вот, шум машин, кстати, тоже. У меня есть такая папка. Папка с отобранными сэмплами. С отобранными звуками бас-бочки, снейр. Рабочий, все там. Из множества библиотек. Если будете себя хорошо проявлять, ставить лайкосики, то я ее скину в архиве под видео, можете скачать. Сначала давайте поговорим о сэмпле, где его искать, где искать сэмплы. Сэмплы — это фрагменты, вырезанные с музыкальных композиций, заниженные, завышенные по тону, порезанные на кусочки, такой чоппинг сэмплов. Битмейкеры знают, как это делается, знают, что это такое. Вот. Нужно просто слушать много музыки, чем я руководствуюсь при выборе сэмпла. Я, допустим, люблю, как звучит гамма-фламенко на гитаре. Это такой лад, околовосточный лад. И в композиции, которую я подобрал, как раз-таки это гитарная акустическая музыка. И там есть, там, значит, этот лад активно прям используется. Вот как она звучит. Давайте накидаем нашу барабанную партию. Я возьму такой снэр, мы его немножко отредактируем позже. Ну и начинаем соображать. Я выставлю свинг процентов на 90. Thank you.
Удаляем в снэре хвост или верп удаляем тоже. Для этого открываем настройки, вот аут, ручку крутим. То есть, ну, как было до, да? После. Нам нужен сухой звук. Еще такой момент. Делаем сразу псевдомастеринг на скоряк. Для того, чтобы разогнать громкость, я вешаю компрессор 2500 от Waves. Мой любимый компрессор. Вообще шикарный просто компрессор. VCA, так называемый тип. Кто захочет, поинтересуйтесь. У меня скоро выходит ролик по обработке звука. Там все эти моменты я затрону, расскажу все, все, что знаю. Обязательно поделюсь с вами. Я выбрал пресет мастеринг один есть. Вот немножко настроим его. Threshold. Небольшой порог, атаку минимальную. Ну, пускай на единицу будет. Релиз быстрый. Быстрый, для мастеринга быстрый. И степень сжатия где-то 2 к 1 пускай. Вот мне не нравится, как звучит тхетик. Так, open добавим. Видите, вот в папке все грамотно раскидано. Здесь есть close, есть open. То есть все тут красиво. Есть еще crash. Давайте crash тоже заюзаем. Пока что я их не буду кидать на канал для обработки. Я потом расскажу, что нужно сделать. Пока что просто собираем инструменталочку, драм, секцию. Ну, у вас точно вот так не звучат, но... У них там более глухие такие кики. Ну, давайте сделаем модернизированный. Тем более old school, как бы особо нету никаких рамок. Я занижу все хэты, наверное. Пускай будут пониже, так круче звучит, как по мне. Настраиваем также панораму. Не забываем. Берем, теперь выделяем все эти наши инструменты и направляем их на канал в микшере. В FL-ке это делается так. Channel Routing, Route, Selected Channels, Starting from this track. Вот так вот. И какой-нибудь цвет присвоим. Загруппируем их на один канал для компрессии. Возьму сюда тоже, повешу 2500. Выберу здесь пресет у меня для drum and bass, но сейчас мы его подкорректируем. Просто. Слишком с атакой. Хай-хет, наверное, поменяю его.
Так, теперь открываю сэмплер SliceX, закидываю сюда. Сделаю минус 2 полтона pitch. И ищем фрагмент. Ищем дальше, ищем, пока не найдем классный кусочек, которым можно будет играться, используя разные кнопки на дрампаде или на MIDI-клавиатуре, как в моем случае. Довольно трудоемкий процесс поиск, вот этот вот поиск фрагмент, поэтому я его не буду показывать полностью. Опирайтесь на свой вкус, слух, на какие-то на практику, не знаю. Вот, когда вы нашли то, что ищете, или оно само вас найдет, просто делайте запись. Так, сделаем кое-что еще. Я всегда вырезаю низкие частоты вот таким вот типом фильтра Brickwall где-то 15 тысяч. Так, ну какой же кусочек выбрать для этого? Зарисуем сначала драмсы с изменениями. Вот второй, четвертый кусочек я обычно меняю, делаю сбивки там какие-то. Просто по цветам обозначу. Есть идея насчет сбивок, это какие-то снейровые, там, допустим, здесь. Какие-то вот такие простые моменты. Еще сделаем эффект, значит, сайдчейн такой. Посыл с кика на канал с сэмплом для изменения громкости, чтобы как бы кик продавливал под сэмпл громкость. То есть кик продавливать будет громкость сэмпла. В FL-ке это делается через пик-контроллер, так это делается через сайдчейн-компрессию. Есть такой плагин Fruity Balance. Управление громкостью канала.
Видите, в момент удара бас-бочки у нас просаживается громкость. Я сейчас добьюсь так, чтобы она просаживалась сильнее. Тут сделаем сбивочку такую. Допустим. Создаем следующий канал, назовем его Sample. Я просто напишу Sample. Заходим в сэмплер и рисуем паттерн. Обработаем сэмпл, сделаем его в стерео. Повешу на него цела два LA-2A компрессора. Вот это как раз таки оптический с медленным релизом. У него атака, релиз автоматический. Добьемся незначительного сжатия. Поменять что ли рисунок это? Так, ну конечно же бас нужно написать, куда без баса-то, это ж вообще никуда не годится. Вы что? Давайте сделаем виниловый шум. Это будет винтажный просто, old school такой. RC Retro 20 Color, вот я возьму такой плагин. Вырежем низа на сэмпле, для этого воспользуемся срезом низких частот. Вот как-то так. Немножко снэр притупим давайте, потому что он слишком яркий, бьет по ушам. Напишем бас. В общем, при выборе баса, друзья, я остановился на Massive. Синтезатор Massive. Генерация довольно грамотного звука. Получается очень классно. Ни Бубас, ни FM8 почему-то не зашли. Вот. Нота баса идет ля диез, си бемоль. Си бемоль и фа. То есть это тональность си бемоль минор. Кто шарит за музыкальную теорию и гармонию. Ну и пишем что-то.
кстати, насчет сбивочки еще кое-какая мысля мне пришла, давайте ее реализуем. Я хочу открытые хэты сделать вот так, чтобы они. То есть вот так вот, чтобы было круче звучит. Здесь тоже. Ну, давайте зарисуем бас. Я включаю запись. Как-то так. В принципе, демо-кусочек я тут не планирую делать какую-то прям полноценную запись, в случае чего выложу фри в бесплатный доступ. У меня на канале есть плейлист Free Beats, там бесплатные инструменталки. Вот. И скорее всего эта инструменталка будет тоже там через несколько дней. И много чего там будет, короче. Поэтому подписываемся, ставим лайки, все, оставляем комменты. Ладно, все, я думаю, на этом будем закругляться. Всем спасибо за просмотр, пока.